Всем привет, друзья! Последний раз я вам здороваюсь в лобби этого отеля, потому что настало время финала Нами против Face Clan. Разве мог быть финал еще ярче? Хотя также говорила про G2, но именно в этой кондиции первая, вторая команда мира выглядит максимально интересно. Мы уже в лобби, ребята, собрались, и мы буквально сейчас выходим уже на наш трансфер, едем в арену на часах 18:00. Переживательно, волнительно. Сегодня будет очень классный матч, поэтому продолжаем смотреть этот влог. Сразу подпишитесь, пожелайте нам удачи из будущего. Значит, остался самый важный матч Best of 3 против Face Clan. Я вижу твист в своих смешных штанишках, стоит прямо перед нами. Тоже заметил. Стильный парень. Как ты себя чувствуешь? Начнем с этого. Это чувствую, когда ты уже проживаешь второй раз в финале мейджора, не знаю, уже как-то попроще в любом случае. Не в новизну, так сказать. Уже привычно. Не, это без выпендрежества. Просто, не знаю, обычный день. Сегодня понятно, что он важный, но я думаю, что он для всех важный, для нас и для них. Ну, наверное, это самый правильный настрой, не накручивать себя слишком сильно. Даже я, хотя я, естественно, не играю, все равно чувствую себя, как будто мы этот этап уже проходили, да? И, ну, естественно, волнительно, но есть некая уверенность. Второй вопрос, главный, носочки. Какие у нас носочки? Те же самые, что в четвертьфинале, в полуфинале. Не виси меня. Не виси меня, да. Хорошо, ну, давай немножко поговорим о фейзах. Кого вообще против них играть, в чем их особенность? Особенность то, что у них сильные индивидуальные игроки, сильные... Дефенс, вот, который они показывают, то, что они могут сыграть, в принципе, 7 карт и могут банить наши лучшие карты, вот, в принципе. Как и на всех прошлых турнирах, то же самое, все, что остается. Просто Керриган, который хочет выиграть мейджор, и индивидуально сильные игроки, все, ничего такого. Как особенно. Оцениваешь их вчерашний перформанс против Спирит конкретно? Что матч был такой очень напряженный? Ну, напряженный матч, не знаю, мне кажется, что они вышли с какой-то недооценкой, вот. В любом случае, ну, по мопету, я бы так сказал. Uh-huh. Потому что Мираж, мне кажется, оставлять там не лучшая идея была. И пикать его вообще. Вот. Так что не знаю. Ну, посмотрим. Сегодня, я думаю, мопед для меня немного предсказуемо выглядит. Ну вот, но посмотрим, как на деле будет. Ребята уехали, а нас ждет наш Belgium Limousine сервис. Мы сейчас поедем тоже на арену. Sorry, Navi, you guys are higher seed. Would you like to be Team A or Team B? Team B. Team B. Surprised? Are you surprised? Who, me? Yeah. I'm so surprised. Sorry, base. First ban? Ban Mirage. Ban Mirage. Navi, ban? Vertigo. Ban Vertigo. Base, pick? Pick Inferno. Pick Inferno. Navi side? City side. Navi pick? Nuke. Face side? CT side. Oh, surprise. Navi ban? Overpass. Ban overpass. Face last ban? Ban does 2, play ancient. Ban does 2, and we play ancient. CT side. Thank you very much, guys. Ребята, гранд финал Нави против Face совсем скоро. Весь зал просто заполнен. Я такого не видел уже, ну, наверное, третий год пошел. Со времен начала ковида, который сейчас перетрансформировался в обезьянью мозги, а также войну, которую развязала Российская Федерация. Смотрите, как много людей. Ну, очень приятно наблюдать такое большое количество болельщиков на стадионе. Практически все в зале болели за нами, но я уверен, что сегодня болельщики разделятся кардинально. Ну, по крайней мере, 50 на 50 точно. Пока что за моей спиной шоу-матч, он не такой интересный, как гранд-финал, и мы отправляемся к ребятам. Ты сейчас как себя вообще чувствуешь? Чувствую себя хорошо. Переживаешь? Да. Да, не. Да или нет? Не. Если честно, пока нет такого, что прям переживаю. Я надеюсь, не будет. Слушай, ну вот совет игрокам, как так быстро адаптироваться к большой сцене, потому что, посмотри, здесь просто тысячи людей, и привыкнуть и сразу играть без тремора, побеждать. Ну, нужно ощутить атмосферу, и потом оно должно само все прийти.
что, совсем скоро гранд-финал, пацаны уже засетапились. Очень важный день, очень мы хотим о многом поговорить с ребятами, но, к сожалению, это не всегда получается, особенно в такие важные дни. Особенно Блейд контролирует все вот эти вот мувы, которые связаны с медиа, с интервью, с вопросами. А могу озвучить, в принципе, вам ответа, потому что оно уже есть, это будет New, это будет Ферна, New и Engine. Мы выбрали New, соответственно, Facebook Ферна, и Engine будет десайдером, если до него дойдет. Мы уже на сцене, ребята сетапятся и форматятся. Сегодня будет немножко другой выход команд, они будут выходить вот оттуда, по этой длинной панели, подиуму, да? Поэтому класс, мы очень-очень ждем сейчас. Сейчас сколько? 19.02 на часах. 8 часов старт финала, поэтому совсем скоро будет выход, поэтому смотрим план.
для того, чтобы следить за обновлениями. Будем верить в лучшее. Спасибо большое, что болели за нас.